Здравствуйте, уважаемые подписчики и зрители моего канала. Перед вами мой друг Андрей Черков, человек, который является практиком во всем, что касается ножей и биноклей. Все-таки подался моим уговорам и сделал первое видео на YouTube. Разрешите представить вам такой небольшой трейлер его видео о достаточно интересном ноже CrysoFix от компании Южный Крест. То есть полностью видео вы можете посмотреть по ссылке. Андрею есть много что сказать и о ножах, и о биноклях, и надеюсь, наши с вами просмотры и лайки простимулируют его на то, чтобы начать развивать свой канал, потому что мне лично всегда интересно мнение человека, который знает, о чем говорит, который пробовал, пользовался, составил свое мнение, и мне будет интересно услышать, что же он думает по поводу того или иного ножа или по поводу того или иного бинокля. Итак, смотрим видео. Ставим лайки, подписываемся. Всем спасибо за внимание. До свидания. Здравствуйте. Это нож RedFix компании Южный Крест в ножнах. Выглядит он вот так. Это мой нож. Мне он нравится. Не продам. Вот так он выглядит в ножнах. Попробуем его оттуда выбить. Никак. Нож RedFix, компания Южный Крест. Я не рекламирую. Я пользую хороший инструмент. Чего и вам желаю.